Всем привет! Сегодня произошла у нас небольшая ЧПшечка. Ну как небольшая? Я бы сказал, большая. Еще бы пару метров и достаточно серьезная. Ну, ай! Ехал к соседке помочь обрезать яблони. Вот так мы ехали. Ехали. Скользко. Снег мокрый. Ехали. И вот так вот начало сносить. Опять ехали. И приехали. Как повезло. Не наткнулись ни на эти вот палки. Не на эти. Пока я сидел сзади, я уже готовился к перевороту машины на крышу и устраивался поудобнее. Ну, человек уже уехал за помощью. Ждем. Надеюсь, нас скоро вытащат. Так что будьте аккуратней, не гоните. А этот гнал как сумасшедший, говорю, езжай медленнее. Дорога скользкая. Вот по звуку слышу, едет наш спаситель. Благо есть деньги. Вызвали эвакуатор. Сейчас будем корячиться вытаскивать машину. Благополучно отдохнет.